Мастер-классы по приготовлению праздничной выпечки кондитеры давали на протяжении недели. Мы здесь стараемся показать детям, что изготовление этих куличей требует внимания, тепла. От усердия зависит вкусовые ощущения, вообще пышность этого кулича. Этот светлый христианский праздник ждут с нетерпением даже самые маленькие. Уже в это воскресенье тысячи верующих Орла вместе со всеми православными будут праздновать Великую Пасху. У каждого человека верующий, он или неверующий, он ассоциируется с весной, с вкусными куличами. Их в орловских кондитерских только успевают печь. Подготовку к празднику здесь решили вовлечь и самых маленьких. Желающих посетить такие уроки от кондитеров оказалось несколько сотен. На них дети узнавали о традициях праздника и его обязательном атрибуте – пасхальном куличе. Взрослые-то уже сами научились, а дети еще неопытные и не умеют делать. В этом году своими руками праздничную выпечку малыши готовили впервые. Теперь записаться к маме в помощники уже не так страшно, так что подготовку к празднику можно по праву будет назвать настоящей семейной традицией. Ксения Туркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».